новый этот... ЖКшник. ЖКшник, их там всех... Может быть, эти дома, кстати, были муниципальные, то есть местные, может быть, их не приватизировали, там они... Типа... Ну, мне кажется, просто у них выкупили, построили. Сейчас тут что-нибудь это вляпают. Да. Тут есть газ, тут есть и лес, все дела, лес. Ну, кстати, реально могут даже каким-нибудь казанцам продать ЖКшку. Я думаю, ну, что здесь просто на Кичиере более... же ведь продали казанцам дом многоквартирный. Кому? Вольфсону? Ну, кому там. А. Я имею в виду, что же потом покупали. То есть, казалось бы, на Кичиере же местным жителям не нужно же, в принципе, целый новый дом, который там. Но кто-то приехал и выкупил все. Так ты точно уверен, что у тебя нет никакого? Осторожно, там, я осторожно не торопись. Вижу. Ты можешь так хорошо приклеить. Все, Инна, это нормально. Ну, дай себе время, чтобы пережить.